Здравствуй, мой дорогой зритель. Ты находишься на канале Романа Романова. Вот он выглядит вот так. В этом видео я хочу просто спросить, нравится ли тебе такая картинка. Хотел бы ты побольше видосов вот в таком качестве, с таким звуком и с такой картинкой. Просто сегодня я сидел на работе, мне стало скучно, и я достал из рюкзака свой Nikon D7100 с оригинальным японским объективом премиум-сегмента. Это широкоформатный объектив на 10,5 мм. И вот сейчас решил на него снять коротенький видосик, просто посмотреть, какая будет картинка, какой будет звук. Ну, к сожалению, моя старая камера уже настолько технически устарела, что у нее есть возможность снимать только, грубо говоря, в двух форматах. То есть это, если динамичная картинка, то это вообще разрешение кадра будет 720p, но при 60 кадрах. Либо если это будет Full HD на 1080 разрешения, то тут всего лишь 30 кадров. Но опять же, для вот такой статичной картинки, где особо ничего не двигается, где просто сижу я думаю, здесь достаточно будет и 30 кадров вполне, потому что наш глаз вообще воспринимает всего 24 кадра. Поэтому 30 кадров — это уже излишество. Вот. Но я надеюсь, что картинка достаточно приятная, достаточно гладкая, не особо резкая. И просто хотел узнать, как ты смотришь на то, чтобы записывать вот в таком формате какие-то, не знаю, ролики, какие-то обсуждения чего-то, какие-то мысли. А то все эфиры в ужасном проклятом качестве, которое вообще не заходит. Я вот иногда бывает включу собственный эфир и думаю, блин, у меня все это на телефоне смотрится гораздо интереснее. Но уже в записи я понимаю, какое там ужасное качество, все размытое. Даже когда я снимаю сам себя, я-то вижу картинку так, как видит моя камера на телефоне, и поэтому мне кажется, что все красиво и хорошо. Но когда я вижу эфир в записи, я понимаю, что у меня вся морда просто там размытая, замыленная, ничего не понятно. Вот, и поэтому сегодня я решил вот снять такое небольшое на пару минут видео, чтобы просто вообще насладиться, скажем так, той самой красивой картинкой, ради которой когда-то я покупал это оборудование, и не знаю, почему я перестал на него снимать. Ведь на самом деле гораздо приятнее смотреть видео с хорошим звуком и с хорошей картинкой, согласитесь, друзья мои. Вот, и вот сейчас я вместе с вами пересматриваю это видео на YouTube. Я его только что туда загрузил. Это просто коротенький ролик, ни о чем. Просто хотелось вот побаловаться с хорошей картинкой. Вот, так что спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось это видео, правда оно ни о чем, но если вдруг оно вам понравилось хотя бы картинкой, то, пожалуйста, поставьте лайк, напишите какой-нибудь комментарий креативненький. Вот, и всем пока.